какой-то степени вот эта пандемия, это же тоже экологическая проблема. Вот. Но есть те проблемы, которых никто не отменял, как то отходы, выбросы, сбросы в водоемы. Я бы еще назвал физические факторы, как шум, электромагнитные поля. Вот эти проблемы, они, к сожалению, не уменьшаются. Здесь будут обсуждаться самые актуальные вопросы, вот, в том числе обращение с отходами производства и потребления. Вот. Ну, вообще-то проблемы экологии волнуют каждого человека, в том числе и молодое поколение. Вот. Вопросы экологического благополучия, качества атмосферного воздуха, качества питьевой воды. Вот все проблемы, связанные с обращением отходов, они стоят сегодня на повестке дня, безусловно.